Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот мини-альбом Иди. В дополнение к моей коллекции я как-то так медленно что-то собираю. Мне кажется, у меня почти уже все есть. Ну, исправьте меня. Вот, и вот такую вот штуку я решила купить. Почему долго не покупала? Потому что ну, тут мало песен. Но на самом деле... Здесь, по-моему, 5 или 6. То есть 3 песни и ремиксы. Ну, кстати говоря, классные ремиксы. Мне очень они зашли. Так что не зря купила. В общем, такая вот у меня версия. Я понятия не имею, какие были версии. Я заказала, как всегда, все что-то рандомное. Но я вам обязательно напишу, что там у меня за диск. То, что там на сайте... Я, кстати, опять заказывала на Star Store. Да, это магазин, ну, в основном корейской... музыки, да, он интернет-магазин, и я скину ссылку, где я заказала, чтобы вы посмотрели, и напишу, есть, если там написано, какая версия, если нет, напишите мне. Но я как понимаю, это Лия. Ну, сейчас посмотрим, что есть. Интересное оформление, такое все летнее, хотя называется It's Icy, It's с буквы Z, ну, типа, как Иди, вот, сделано, и мне нравится такое все. Голубенькая, классненькая. Вот, давайте смотреть, что здесь есть. Здесь все сделано как бы книжечкой. То есть классное издание. Сейчас посмотрим, что с этой стороны. Здесь вот у нас перелёжка, если ее видно вот здесь. А, ну вот так вроде видно. И треки. Треки у нас здесь 5 штук. 3 песни и 2 ремикса. Ремиксы, кстати, очень классные. Ремикс на «Дала-дала» и «Want It». «Want It» — это, по-моему, они там выступали на какой-то премии. Вот, я их не отличаю, но, по-моему, «Мама», что ли, она называется. Вот, ну вот, вот что-то мне такое напомнило. Я могу ошибаться, конечно, я не знаток Иди, к сожалению. Так вот у нас выглядит внутренность. У нас здесь написано вот из 5 участниц Лия. Так что я как понимаю, мне какая-то версия Лии, но опять же я напишу. Такой вот у нас диск тут прикрепленный. Интересно, кстати, оформлено. Вот. И внутри, конечно же, у нас были карточки, но мало. Одна мне, к сожалению, тут помялась, ну, как бы ничего страшного. И сзади написано, что это Чирион. Вот такая вот карточка с Рюджин. Тоже написано, что это Рюджин. А вот это вот Star Store мне бонусом положили. Но они любят что-нибудь доложить. Но это чисто их тема. Тоже с Чирён. Вот, с их рекламы, кстати говоря. И здесь Бакс. Это опять же Star Store докладывают в каждый заказ. Но я онлайн заказываю, мне лень дойти. У них магазин в Питере, но... Вот, я все равно заказываю онлайн. Ну вот, вот как-то так. Вот, иногда, кстати, у них нет наличия в магазине, они везут, ну, типа, из Кореи, а этот альбом, по-моему, у них был. И вот это, кстати, я как понимаю, из Twice Daeyeon, если я правильно называю, ну, в общем, поправьте меня, если что. Вот так вот здесь, ну, немножко, ну, в принципе, ладно. Вот, ну, давайте смотреть, буклетик тоже такой же в голубом стиле выдержанный, очень классный. Здесь вот трек-лист написан. Очень жаль, что в альбомах так мало песен. Ты только как бы этот диск засовываешь, и он уже заканчивается. Вот, постоянно надо новый диск. Я любитель слушать диски на проигрыватель. У меня есть проигрыватель, там колоночки, знаете, ну там такой уже старый BBK. Колоночки, я люблю это все врубить, чтобы слушать. У меня куча дисков, и, ну знаете, как-то вот это вот по старинке. Стримить, конечно, тоже люблю, но больше, ну не больше даже, а вот люблю все-таки диски послушать, еще винилки. То есть я не просто покупаю для коллекции, я их слушаю. Вот. Напишите, если вам тоже нравится это слушать. То есть вы не просто покупаете вот эти все наборы, а периодически их слушаете. У меня дисков-то очень много, и как бы они... слушаются, они просто лежат на полочке. Конечно, не так часто, как хотелось бы, но как бы как есть. Вот, тут вот каждая участница, так вот все весело, что-то все улыбается с мороженкой. И подписаны, кстати, имена, ну, это 19-го года издание, это, ну, вот, начальное, да, вот, когда только
группа появилась. И, в принципе, видимо, чтобы не забыть участниц, все подписывалось. Йочи, мне, кстати, нравится Йочи. Как-то вот из всех выделяю именно ее. Не знаю. Вот, напишите, какая участница вам больше нравится. Вот, про версию тоже напишите. Я, конечно, постараюсь найти, но я очень плохо в этом разбираюсь. Я вот сейчас еще, когда выходит альбом, что-то там читаю, а уж в 2019 году я вообще не знала, кто такие Изи. Вот, типа автографы вот здесь вот их. Такие вот девчонки. Мне нравится такой стиль книжки, правда, вот ее сложно листать. Так, здесь благодарность от каждой участницы. Ну, у нас Йоджи, я как понимаю, лидер, она у нас самая первая всегда идет. Вот. Потом обычно за ней Лия идет. Ну, там по возрастам обычно распределяется, да. Вот, Рючин у нас. Прикольно, кстати, блесточки такие. Чирен. Ну и Юна у нас самая младшая, она обычно в самом конце. Ну, у них, я как понимаю, в Корее очень возраст уважается. Так вот, ну здесь, конечно, по-корейски написано, ничего не понятно. Вот, ну вот, девчонки все вместе. Вот, такие вот вставочки здесь. Здесь про каждую песню, плюс текст песни написан. Конечно, тут по-корейски половина, поэтому, ну, извините. Здесь вообще благодарность от Идзин, то есть от всей группы. Ну, сколько я понимаю. Вот, ну и здесь создатели. Так. Так, по-моему. Да, здесь еще вот так вот. Так, ну, вот как-то вот так все. В общем, сказала вам, где заказала. Это опять же не реклама. Я все время там заказываю. Либо на Озоне смотрю, либо там. Ну, иногда на Озоне дешевле, иногда там дешевле. Тут, ну, сами выбирайте. Там еще за доставку придется платить. Ну, смотря, куда вы там доставляете. Конечно, точно цену не могу сказать. Но мне, в принципе, так удобнее. Просто заказать, чтобы достали. Доставляют, если в наличии в магазине быстро, если из Кореи, то, конечно, там как пойдет. Вот. Ну, вот всякие новые релизы не очень быстро доставляют, но, в принципе, я не тороплюсь. Я закажу и точно знаю, что все будет классно. Еще какие-нибудь штучки доложат, какие-нибудь, может, карточки. То есть, как бы, меня ни разу не обманули, так что, в принципе, советую, загляните, если вы не знали, где заказать. Ну или на Озоне. На Озоне сейчас вообще тьма всего. Правда, там некоторые цены гнут, но ничего страшного. Вот. Все зависит от того, какой альбом. Редкий, нередкий и так далее. Так что всегда есть выбор. Огромное спасибо за внимание. У меня есть обзоры на другие версии альбомов. Ну и мини-альбомов Идзи. Также заходите, посмотрите. Новый я тоже заказала. Выложу его, когда придет. Так что очень люблю эту группу, советую послушать ее песни, очень такие забавные. Ну, вы видите, в общем, обзор этого альбома и как все так вот солнечно, улыбочки, светло, классно, короче, крутая группа. Очень советую послушать. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Я много где есть. И пока-пока.